Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Первый час ночи. Вы думаете, мне спится? Да ну нет, конечно же. Завтра же у нас посев. А я так подумала, блин, а грунты-то все на балконе, а у нас-то минус. Надо занести, чтобы все согрелось. А лучше, желательно, разложить все это сразу же по контейнерам и поставить уже в гроубокс. Пускай все это будет тепленькое, нагретое на ковричках. Вот, поэтому я занесла вот такой вот у меня есть. Вот такая емкость. Ой, посмотрите. Вот так вот. Я ее уже использовала и не раз для посева своих семян. Сюда у меня войдут все 50 обессумов. Войдут. Потому что я в каждую ячейку буду укладывать по... Где по 2, где по 3. И будет как раз хорошо. Вот. Сюда пойдут вторая группа, третья группа и четвертая. То есть я их каждый подпишу. Так, что я собралась делать? Сначала, вы знаете, я думала, заморочусь, и каждое там одно в одно, другое в другое. А потом я вспомнила, что я ни разу свои семена не сеяла в личузу терапон. То есть для меня даже терапон сейчас для моих семян, да, будет в новинку. Поэтому я занесла ее с балкона. И сейчас я в каждую ячейку насыплю. И я сделаю добавку. Я сделаю добавку. В каждую лунку я буду укладывать по одной вот такой таблеточке. Я уже как-то показывала. Это глиокладин таблеточка. Это биофунгицид. Возможно, он уже у меня не работает. Возможно. Потому что таблетки у меня уже не первый год. Хотя сейчас посмотрим. Дата изготовления 21-го, да? 2 года срок годности. Так, что? 2 года со дня изготовления. Май 22-е, май 23-е. То есть нет, они хорошие. Они хорошие, просто у меня они были открыты. Я, наверное, знаете, как возьму? Там внутри несколько упаковочек, да? Вот та, которая была прям открыта-открыта, вон та, я ее не буду использовать. Я открою вот эти таблетки. Вот эти вот. Там такие маленькие они, почвенные биофунгицид. Ну, в общем, возможно, не, ну, и ни о чем, да, возможно. Ну, как-то... Я хочу положить. Вот. Так что я сейчас приступлю. Я сейчас... Он прям холодненький. Вот смотрите. Видите, какой он? Видите, какой он интересный. Вот так он выглядит. Мне так нравится. Девчонки показывают, когда грунты представляют свои грунты. А потом берут такие, говорят, посмотрите, вот он должен быть вот такой. Раз, и он рассыпался. Девочки, я, конечно, девочки-мальчики, я, конечно, не сама это сделала, но смотрите, раз, и рассыпался. Блин, так давно хотела это сделать. Скажите, Надя, ленивая ты, еще та. Ну, что поделаешь. Ну и все, в общем, сейчас возьму, вот видите, у меня все тут приготовлено. Сейчас я возьму, насыплю в каждую, положу таблеточку и уберу вот сюда. Сейчас я вам покажу. Я тут уже все-все освободила. Вот, видите, да, ночь полночь, Надя шарашится. А знаете, я это, я беру пример со своей Масяньки. Масянька тоже ночью ходит, и я тоже вместе с ней хожу. Видите, я внизу все-все освободила. Коврики, они работают и днем, и ночью. Тут теплышко, прям вообще классно. Вот, тут у меня мои, а вот мои красавцы. Все замечательно. Ну вот, это была легкая предыстория.
увидимся буквально через пару секунд. Для вас, а для меня это будет несколько часов. Так, ребят, ну вот, прошли почти сутки. Я прям по минуткам там, конечно, не замеряла. Ну вот, достала сейчас самый большой контейнер. Вот, тут у меня вот это вот Личуза Терапон. Она прям, я достала из гроубокса, низ прям горячий. Горячий низ. И все за ночь прогрелось. Прям я правильно сделала. Абсолютно правильно сделала, что занесла и насыпала, и подготовила все это дело. Сейчас сюда я буду укладывать семена абессума. Именно абессума. Интересно, смотрите, наблюдаю, да? Посмотрите, вот эти семена, какие-то из них, да, ушли на дно, а какие-то все еще плавают. Это абессум. Вот. И у сомалийца то же самое. Видите, три семечка ушло, а остальные на поверхности. Остальные вообще все на поверхности. У них ничего никуда не ушло. Все они вот. На дно никто не упал. Ну, может быть, сутки это мало для них. В любом случае, буду сейчас их все укладывать. То есть, как я это буду делать? Скажем так, работа медитативная, аккуратная. Вот, беру пинцетик. Вот, вот она семечка. Да ты моя хорошая. Вот она семечка. Иди ко мне еще раз. Вот, и все. Один, два. Просто сверху буду вот так укладывать. То есть где-то два семечка, где-то три семечка. Сейчас я все уложу. Вот, аккуратненько. То есть вот так вот. Они у меня будут просто лежать на... Ну, вот так вот. Видите, я их не заглубляю. То есть вот так будет достаточно. Затем я возьму наклеечки. Подпишу я на них 11, 11, 22. Ну и что, что сегодня 12? Проект начался 11. Так что 11, 11. Карандаш. Видели? Карандашом буду писать. Вот. И затем возьму свой любимый распылитель. Здесь у меня вода. Тепленькая водичка. И потом хорошенько, хорошенько все смочу. Прям чтобы прям смочу. Понимаете, да? Подпишу, накрою крышечкой и уберу в гроубокс. Сейчас я все это сделаю. Включусь и покажу вам уже итог. Ну вот, ребят, близко подходить я не буду, да, потому что моргать все будет. Вот. Да, моя девочка. Привет всем! Хотя тебе я уже показывала сегодня. В другом видео. Тоже смонтирую, тоже выложу. Так, смотрите, все подписала. Каждый контейнер. Вот. Все это дело увлажнила. Накрыла крышечкой и убрала. Ребят, все, будем смотреть, будем наблюдать. Ну, вообще, семена адениумов у меня всходили первая неделя. Они все всходят обычно, выпрыгивают. Вот я семена, когда Света с канала «Солнце Свет», семена я брала всегда только у нее. Больше... А, нет, еще один раз брала... покупала, мне приходили семена, а так я в основном только у нее. И вот ее семена у меня выпрыгивали 3-5, максимум 7 дней. Все. Ну, я, в принципе, все всегда показывала вам, что у меня происходит. А с этими так вообще мне так интересно, прям я не могу. Ну, как-то так. Ребят, может, не стала заморачиваться сильно, да? Все сделала как обычно. Единственное, ну, опять-таки, как обычно, да, я никогда не замачивала в прививку Ренерджи, и я никогда семена не усаживала в личузу Терапон. То есть это первый раз. Все. Все остальное все то же самое. Вот он, гроубокс, вот они, теплые коврики. Сейчас я поставлю туда, обязательно сейчас я поставлю сюда градусник, чтобы вы знали, какая у меня тут температура и влажность. Обязательно.
Ну, как-то так. Начало положено. Ребят, классно. Супер. Оставайтесь с нами. Будет очень интересно. Очень. Я надеюсь, что сейчас уже выйдет видео у Людмилы. Побегу, посмотрю, что же интересно сделала она там. Мы с ней не созваниваемся, не списываемся, потому что нам с ней интересно, что мы тут придумали смотреть видюшки. Интересно. А я благодарю вас за то, что вы со мной. Пишите комментарии. До новых встреч и пока-пока.